На самарской швейной фабрике подготовили два варианта защитных комбинезонов для врачей-инфекционистов разных цветов и с разной степенью защиты. Костюмы разрабатывали совместно с медиками. Защитная одежда должна быть герметична и максимально защищать врачей от инфекции. Прежде чем вообще отшить первый образец, мы тестировали, то есть больницы наши самарские, они проводили тестирование. И только после их утверждения мы смогли запустить первый массовый пошив. Только после их утверждения. На пошив одного костюма уходит 1,5–2 часа. Ежедневно на фабрике трудится 50 человек. Кроме того, к работе подключили подрядчиков – швейные цеха в Самаре, Тольятти, Похвистнево и Алексеевке. Общими усилиями в день отшивают до 400 костюмов. Это первый контракт с нашим местным самарским производителем, что для нас это важно. Во-первых, намного сокращается логистическое плечо. То есть сам производитель непосредственно, ну, скажем так, в зоне досягаемости, что в первую очередь и в оперативности деятельности, и в корректировке каких-то объемов и многих технических вещей позволяет решать намного оперативнее. Все регистрационные удостоверения на костюмы для врачей-инфекционистов получены. Первая партия 1000 костюмов уже отправилась в медучреждение региона. Также поставлять костюмы самарского производства будут в Кострому и Томск. Лариса Шалафаст, «События».